Сегодня день щенков. Мы собачек тоже любим. Особенно Кузенька. У нас есть соседская собака. Когда они с Кузьмой встречаются, это что-то. Кузьма весь оботрется. Живот ему свой покажет. А ведь это определенная степень доверия, когда животные пузико свое показывают. И в нос ему тыкается. Вот только Такеша, так зовут собаку, не особо рад. Он Кузьму боится, потому что сядет вот так и смотрит в одну точку. А я делаю яичницу. Из овощей и тофу. Вот так его буду крошить и добавлять. И чем мы такую погоду, которую день подряд заслужили? А у меня здесь заваривается чай. Это грелка-кот. Очень полезная вещь, ведь действительно чай получается вкуснее. Это у меня такая старая советская наволочка была в цветочек. Обратно. Чай у меня иван-чай и черный чай. Я смешиваю всегда. Вкусненько. Даже без масла отлично. Ребята, я хотела еще сказать спасибо. Большое спасибо за ваши сообщения. Я вчера вечером все дочитала. За большие и маленькие комментарии, за добрые слова, за истории. Про Кузьму там писали. И от него спасибо. Я уверена, что и он очень благодарен. Доброго утра, доброго дня и теплого вечера. Я буду дальше подъедать. Очень вкусно.